Ончики, вы мои лимончики, где растете у Сони на балкончике? А, лимончики, вы мои лимончики, не растете вы в моем саду. Я умею молотить, умею вымолачивать, видосы делать не умею, иногда не видео. А, лимончики, вы мои лимончики, не растете вы в моем саду. А, лимончики, вы мои лимончики, где растете у Сони на балкончике? Каково это ощущать себя забаненным в собственном фан-дискорд-канале и при этом воровать оттуда мемы? У меня работает тайная сеть оперативников, которая мне сливает мемы. И газету я вашу тоже видел. Ждите, блин, карательные, как это называется, ждите точечные репрессии. К вам будут приходить. Так, дай анонс написать, погоди. Юрий Югор подписывается 6 месяцев подряд. Чмок чату в пупок. А мне, я тоже хочу, между прочим. У меня сегодня день, блин, отврат вообще. Сейчас буду жаловаться. Анонс напишу и буду жаловаться. А я вспомнил, да. Вроде ничего не предвещало беды. Я думаю, что так мало времени, блин, прошло? Я же в воскресенье стримил, а не в субботу. Прям... Буду ныть, ну тогда. Так, а вот это я не услышал. Возможно, потому что это биты. Отправил 100 битсов. Это много? Это 100 наушников битс? Я могу из них сделать себе бинауральный звук? Короче, ладно, это будет считаться за анонс. Спасибо большое за 100 битов. Блин, 100 битков бы. Почем там сейчас биток? 1030 баксов. Так, ВКшечка. Так, картиночка. Репостиночка. На стеночку. Дорогие друзья! Все готово. Все нормально. Подписчики, между прочим. А Whale of Sorrow 2 месяца подряд. Почему ты такая коричная булочка? Это было на грани оскорбления, но, в принципе, наверное, коричная булочка. Мне представляется такая закрученная, да, внутри с корицей. Это, в принципе, довольно-таки вкусно. А еще из детства такие. Подписчик! Cyberlink V2 подписывается 3 месяца подряд. Dark Cthulhu подписывается 25 месяцев подряд. 3-й год вместе пошел, чмок в пупок. 3 года, а вовремя приходить так и не научился. Спасибо большое. Окей. На Ютубе выделенные сообщения не видно, кстати. Ну, извините, потому что нужно сразу же приходить и сразу же смотреть, когда вот полторашки приходит и 3 месяца подряд подписывается. Дорогие друзья, так, значит, быстрый перечень жалоб за сегодня. Порезал палец. В мудацком ДНСе 40 минут не могли собрать заказ, потому что там работает один человек. Это впервые в жизни, когда я был близок к тому... чтобы попросить жалобную книгу. И в мудацком ДНСе, если уже товар в наличии в магазине, они не собирают заказ, а убегают за ним бегать по всему магазину. Просто отвратительно. Так, что еще было, что еще было? Spotify! Норки 07 подписывается. 9 месяцев подряд, между прочим. Родился! Frost Steam 14 месяцев подряд. Отец, ты выигрываешь. Так! Да, я выигрываю. Я, блин, сегодня проиграл вообще во всем. Spotify ставился на паузу, потому что мобильное приложение конфликтовало с ПК-приложением. Вроде как это удобно, ты можешь продолжать воспроизведение. А конфликтует! И забыл в магазине пробить себе 3 макаруна, и теперь на ужин остался без сладкого. Просто вообще день в трубу. Проблемы... Сейчас можно говорить, что проблемы белых людей? Но это устоявшееся выражение уже. Это, в принципе, довольно уничижительное по отношению к белым выражение, поэтому, я думаю, можно говорить. Просто проблемы белых людей. Ну, почему надо подрубать, пока я на работе? Ну, потому что вечер уже, дорогие друзья. Здравствуйте всем.
На всякий случай извиняюсь и осуждаю сам себя, да. Orange Apple. 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 Подписывается. 454 подписывается первый месяц подряд. Хорошо. Еще нельзя через приложение подписку оформить, пишут. Но это понятно, почему. Чтобы Apple как раз не башлять 30%. Здесь-то все понятно. А у меня сегодня ДР. Хорошего стрима, любимый. Ну, это всем хорошо. И специально для ваших сегодняшних стримов, дорогие друзья, эксклюзивный контент. Свеженький просто из-за бугорных интернетов. Первое реалити-шоу по Sims 4. В котором конкурсант... Нижнее подчеркивание «ки», наверное. Поборется за приз в 100 тысяч долларов. Вышло вчера или позавчера, по-моему, официально поддержано Electronic Arts. И мы сейчас посмотрим, что это такое, и авторски переведем, задублируем. Поэтому, дорогие друзья, мы начинаем. Это Sims... Это подписчик. Подписчик! Уигерн 3 месяца подряд подписывается. Стремно. Это наши города, это мемная земля, это чатик. Практически. Мой любимый, это глупо. Спарк. Ну, Спарк — это искра. Это искрящийся Sims. Sims, зажигающий таланты. Посмотри, какой, в каком готическом стиле сделана эта чертова кухня. С какими люльками, из которых... Нет, это даже не люлька, это разбитая ваза, из которой торчит резиновая уточка. Sims Spark. Не надо, блин, флудить в чате, я сегодня жесть злой. Если что-то еще будет, поэтому... В смысле, не сегодня, а застримлю, что вы... Нифига себе, от камеры идет какая-нибудь. Это искрящийся спа... Реальная жизнь, это вообще попёрли. Креатив... Я буду на паузу ставить, потому что я чё, блин... как это называется? Я чё, блин... Они я чё, синхронный переводчик? Они сменяются каждые 15 минут. Креативное испытание, в котором вы дизайните... Я могу, наверное, вот так на паузу ставить. В котором вы дизайните своего персонажа. О, это же твой лучший друг. Строите все, что можете себе представить. Какого черта? Ненавижу все. И рассказывайте оригинальные истории. Сворована с твиттер-тредов инфосотка. Я читал про тред, про челлендж нарожать как можно быстрее в Sims 100 детей. Там начинаются целые заводы /оргии. В Sims, да, действительно. Реалити-шоу про Sims, дожили. Там Дом 2-то идет до сих пор, поэтому а чё бы и не про Sims. Они там какие-то средства от коронавируса рекламируют, в студии собираются. Бузова выходит, говорит, вам нужно пшикать мое средство от коронавируса в глаза и в уши. Точнее, она... так. Нейросетки хороши, но где же так? Стоп, почему нет кадров с Пелагеей на натужных охотящихся самых проклятых местах? Не дорабатывайте. Ну, я за полчаса посидел в скверике и набросал немножечко, в принципе, сильно повеселился. Ну и не все же ходы использовать уже в 1/8 финала, дорогие друзья. Привет из Бугульмы, ты про нас не забыл. А что это? Мне кажется, я как-то так на стриме сказал один раз. Ну, у меня всякие фантомные знания проскальзывают, поэтому, к сожалению. Но это город, очевидно, да? Это либо город, либо город. Там Rock of Ages вышел? Действительно. Кто выберет симулятор реальной жизни вместо катания шаров? Уважаемые все люди, я и мои конкурсантки. Геймплей от фанатов по всему миру. Господи, они сосредоточены, это как киберспорт. Люди смотрят CSGO в 2020 году до сих пор зачем-то, когда, блин, можно смотреть, как креативные авторки, нижнее подчеркивание, ши, нижнее подчеркивание, эссы, придумывают увлекательные истории в Sims 4. Судьи, как мы себя чувствуем? Да, блин, ребят, у вас офигенная история! Вообще меня затронуло. Мне так понравилась твоя феска. Ты, наверное, сделал игру Фез, со всеми разругался и потом не сделал вторую. Я хочу, блин, так выиграть! Так сильно! Оу, это красивая Sailor Moon. Yes! Sims — это игра, в которой ты создаешь, контролируешь и рулишь.
Я, блин, уничтожу, я их уничтожу. Вы думаете, я вас не переиграю, симсессы? Это единственная вообще опция. Две команды! Нет, 12 игроков, даже мужик есть, все нормально. 12 игроков, которые выведут эту игру на следующий уровень. Хотел задонатить на дополнительные паузы, но не разобрался как. У меня дополнительных пауз вагон и маленькая тележка, поэтому... Так, уведомляшечка пришла. Нет, почему-то не пришла. Ладно. Это сюда, это туда. Regular игрок. Игрок. Игрок, а не игрок, то есть на русский манер. А я что, когда-нибудь говорил игрок? Нет, я всегда, мне кажется, говорил игрок. Спасибо большое за 11 месяцев подписки и подрядки. На следующий уровень. Следующий уровень. Это двери прямо в квартире. Поддержка от правительства Гуфаруси в Дискорде для президента в изгнании. А новости и правда классные. А у меня кофемашина. Это мой рабочий кабинет, между прочим. У меня стереосистема. У меня столов стоит, как в кафешке. У меня постер с синабонами есть и охрененная кофемашина, которая пшикает во все стороны по парам и молоком. Ты чё? Ускорьтесь, девочки, пожалуйста, мы не успеваем придумать историю. С новыми испытаниями, которые подстегнут их креативность, я, блин, выиграю это дерьмо полностью. Ой, нет. За главный приз в 100 тысяч 7 миллионов. Прикинь, выдадут. Полгода участвовал, блин, в реалити-шоу по Sims, тебе чемодан приносит, а там 7 миллионы. Елп-толкис. Вот человек, который бы уточнил, как его ник, это Елп-толк ЕСЛ, конечно, потому что довольно сложно, 6 месяцев подряд. И, пожалуйста, за контент погнали. 100 тысяч 7 миллионов. Это как 100 тысяч миллионов, если очень не вовремя сказать. Это соревнование. Такие русские гонки. Видели, как я быстренько оптимизировал под нашего нативного? Возьмите меня, озвучивайте Last of Us 3. Элли, я умер. Ой! А вот и наши конкурсантки. 12 топовых игроков со всего мира здесь, чтобы узнать, кто из них лучший нижний. Ходить — это офигенно. Атмосфера просто так и прет во время ходьбы. Смерть Гуфа... Нет, никому. Да, даже жителям выдуманного Дискорда мы не желаем. Мы их будем точечно... Никто никого не физически уничтожает, вы не понимаете вообще. Суть авторитарных режимов. Мы запугиваем. Вот видишь, сегодня уже на полчаса попозже пришел. Чатик уже напрягся. Капитан Муркабла подвизывается 8 месяцев подряд. Но это предродовые бредни, я понимаю. Лапочка, желаю спокойствия, не трать нервы. Лапочка, да нет, я вообще как танк вообще. Мне ходить... На то, на что не можешь, я абсолютно все спокойный. Будет хорошо. Стримного стрима. Слава Гуфаруси. Стримного стрима у нас практически всегда... Еще на языке что-то, блин, то ли прикусил, то ли обжег. Так что да, это в таблицу. Ходить — это охрененно. Атмосфера так и... Понять не имею, что происходит. Я просто здесь, чтобы рвать и метать. И немножечко немножечко нервничаю. Я знаю, я не знаю, и я не нервничаю, и нервничаю одновременно. Потому что я не бинарная персона. Добро пожаловать, игроки с... Я ваш хост Рэйвен Оуэн. Я ваш ведущий. И со мной великолепная подборка жюри. Главный продюсер, он, по-моему, даже на конфах выступал. Главный продюсер Sims Дэвид Муйтки. Вы его, возможно, знаете как Sims Гуру Ниндзя, а возможно, вы знаете просто Ниндзю, классный стример тоже. Хотели, чтобы он застримил Sims 4, но он попросил $1 секстиллион. У нас получилось торговаться на 500 миллионов 7 миллионов, но он потом понял, что это выдуманные деньги. Я просто знаю, что Сим-гуру ниндзя — это судья, на которого можно рассчитывать. Он просто... Саймон Коуэлл. А?
А, я понял, понял, да. Это хрен из American... Или из American Idol, или из чего-то такого. Судя по всему, сейчас какое-то новое шоу ведет. А, X-Factor, X-Factor, похоже, да. Ну, в общем, супер-продюсер, все дела. Британский телеведущий, а что, он не американский? Ну, ладно. И мне надо Firefox открыть, я немножечко не то открыл. Так. Все нормально. Если кому интересно... Жесть, стример не подготовился. Нормально подготовился. Саймон Каунвелл, если кому интересно. Вы наверняка его тоже видели. В каком-нибудь переводническом видео. Ну вот в таком виде вы его, наверное, видели наверняка. Он сидит и улыбается. Подписчик! Марвис 83 подписывает 20 месяцев подряд. Стопы на 20 секунд, я за котлеткой. Я больше настопал, в принципе, чем настримил пока что. Так что у вас есть время сбегать. Дэйв, чего ты будешь ждать от наших конкурсантов? Эти игроки обладают бесконечным запасом Sims-знаний. И я хочу увидеть, как они эти знания перенесут в наши... Смотрел только что повтор стрима по Валоранту. Как же ты божил. А тут стрим. Проблема стрима в том, что в момент силы любви Гуфени нельзя перемотать и еще раз миллион ее получить. Ну это глубоко, мне кажется. Сила любви особенно проникла сегодня прям в каждую пору. Как эти игроки применят свои знания на практике? У нас продюсерка BuzzFeed мультиплеера. Келси Импи... Диди Мегадудл, если кто знает это. Это, мой, это на данный момент уже полгода, это мой любимый мем. Диди Мегадуду. Где оригинал? Ну это не оригинал, я хочу в качестве. Вот это? To say their final goodbyes to this fallen Louisville police officer, D.D. Megadudu. I'm sorry. Она сама поняла, что что-то уже наполовине, когда она сказала уже D.D., у нее ужас в глазах, она понимает, что дальше лучше не продолжать. Но она сказала Megadudu и увековечила этого бравого офицера полиции, которая скончалась, между прочим, на службе, как я понимаю, в истории. Как пишут в комментариях, она умерла дважды. Я в основном фокусируюсь на игровом контенте. Впервые я в детском саду поиграла в Sims. Я помню, когда пришел на рынок и увидел Sims 2. То есть для меня это был абсолютный прорыв. Никаких я там еще игровых журнальчиков не читал. Чё увидел, то на рыночке. Это был первый случай, когда рыночек в прямом смысле порешал. У меня был, блин, 800 МГц процессор, она у меня шла 5 кадров в секунду. Но для тех времен Sims 2 это оказался абсолютный next gen. Все, я тут, да, я стопал вообще, мы тебя ждали. Ага, ну да, собственно, вот он челлендж из 100 бэби детей. Я буду искать хорошую историю, что-нибудь, чтобы вас затронуло за чувства и... И каждое испытание. Еще одно слово и получи одно слово. Ладно, но мы там завзялись. Тайла Параллакс, американская певица, писательница песен и актриса. Мои Sims истории нанялись в 12 лет. Я была абсолютно одержима. Я делала, блин, озвучки симов. Я сама себя импортировала в игру. Я перенеслась внутрь компьютера и стала разумным монитором. Дед, зайди в Discord. Мы тебя там забанили меньше, так чем три. Я поэтому не заходил. Ничего, никто меня нигде... Гигабан подписывается 3 месяца подряд. Праздновала свою ДР просмотром твоего стрима. Спасибо за хорошее настроение. Я буду смотреть, как вы импортируете стиль прям в Sims и себя загоните внутрь монитора. И хочу посмотреть, какие дома вы сделаете для своих симов. Инновации в стиле. Возможно, кто-то из вас, блин, сделает новый Макинтош прямо внутри стима. Вы будете играть в солидного? Нет. Вы привыкли играть в Sims соло. У вас на стриме какой-то неправильный интернет. Это лучше, чем International. Это Sims заискрило.
Вы будете играть в командах по 3 человека. У вас будут дополнительные баны. Текис не брать, Свеном на мид не ходить. Это шутки про International. Я немного психанула, потому что я не привыкла видеть рядом с собой целых 2 дополнительных людей. Я не уверена, как на это вообще смотреть. А теперь доставайте доминошки, и у вас будет... А теперь сыграем в русское лото, потому что наш спонсор 100 лото. Шанс выиграть 1 на 7 миллионов. ОС 390 подписывается 10 месяцев подряд. Спасибо большое. В каждой команде будет стилист, бодибилдер. И сторитейлер, понятия не... Сторитейлер — это сестра Тейлор Свифт. Ладно, короче, стилист, строитель и сюжетник. Стилист создает персонажа. Жессу. Строитель дизайнит мир. Чмок за 100. А сторитейлер рассказывает прохладные истории. Динамичный нарратив. Практически то, что, чем я сейчас занимаюсь. Плывет по волнам, короче, да, шизы. Вы сегодня будете соревноваться в 2 челленджах. В скиллах. И на выбывание, где команда, которая выбывает, не получит от нас розочку, и мы на ней не женимся. Это шоу «Холостяк в Sims 4». Я практически уверен, что на Ютубе есть аналог «Холостяка в Sims», поэтому... Я немного участвовал в соревнованиях, но уж явно, блин, нахрен не в таком. Да никто не в таком. Ой, команда «Коровки», за них болею. Все, официально болеем. Я понимаю то, что... Сурдопереводчик не должен испытывать фаворитизм. А меня за подписку не чмокнул, даже не хрюкнул. Но я все равно тебя люблю, дорогие друзья. Джон Де Риппер 0 подписывается 4 месяца подряд. За всех. Пьяный ли я? У меня есть чай. Отвечая на ваш вопрос, нет. Единственный вариант это так, какие-то гномы... Гнома-коты. Нет, это явные претенденты на вы. Пумбелла и английское лето. Че? А, Пломбелла. Пломбелла симпрувд. Ладно, это ники, окей. Хорошо, это же геймеры. Мы тут все геймеры, нам не обязательно использовать. С детства за гномов. Нам не обязательно использовать настоящие имена, действительно. Мы можем обойтись и никами. Пломбелла, симпрувд и английское лето. Вы команда гном. Издает гномский звук. Я English Summer, я из Манчестера. Я здесь, чтобы побеждать. Sims это мой тип игр, не поверите. Который продвигает инклюзивность и диверсити. Зачем нужен Discord, когда в телеге есть канал? Гуфен стримит, где нейросеть предсказывает стрим. Очень сложно сейчас стало предсказывать. Я сам нейросеть, блин, который предсказывает стримы. Поэтому, когда доходит до того... Я не успел перевести. Я росла с игрой, и игра росла со мной. Обрастала модами и DLC-шечками по 800 рублей. И они помогают мне рассказывать истории, которые я хочу. В команде компилянтки Летиша, доктор Эшли и Стивен Симс. Вы команда компиляторы. Привет, я доктор Эшли. Я из Ванкувера, Канада. И у меня рот открывается. Блин, у меня не работает карандашик поверх плеера. И у меня рот открывается вот так, и голова подпрыгивает. Я Sims 4 ютубер, который фокусируется на строительстве. Нет, ну объективно, я, кстати, в Sims 4 не играл ни разу. Мне как-то в свое время третий не зашел, а четвертый пошел по пути уменьшения детализации, поэтому... Для меня Sims 2 остался как бы недостижимой высотой. В третий донат уже отправляюсь, но надеюсь хотя бы на один чмок быть человеком. Спасибо большое. Ну, я смотрю, они, наверное, все-таки редакторы свои подкрутили в четвертых Симсах, потому что дома-то там можно нормальные бомбить. Реновации и рекреага, и, видимо, рекреэйшн, ну, типа, интерпрета, ну, ты понял, да. Еженедельный налог в Гуфорусию чмок. Я практически помойка огня в Симс-комьюнити.
А? Я выросла. Я выросла боясь людей, как и все мы. О, нет. Но когда я начала... О, нет. Я стала гораздо более уверенной в себе. А вот и официальные фавориты. Команда... Замерзший зайчик. Хурбан Симс. Хурбан Симс Икс. Спрингстер и Ди-Симс. А почему у вас у всех Симс в никах? Вы что, не креативные? Sims and D-Sims, you are team Freezer. Я хочу послушать, как в оригинале звучит. X-Urban Sims. X-Urban Sims. Нет, блин, это Хурбан Симс. Хурбан Байр... Нет, ладно. Sims, дорогие друзья. D-Sims, you are team Freezer Bunny. Вы команда Замерзший Зайчик. Я Спрингстин! Я супер доволен быть здесь, блин. Здорово, сахарные зайки! Я супра хурма и очень рада быть здесь. Как и все. Реальная мотивация для меня — это сказать всем, кто хочет быть Sims-ютубером, что вы можете им быть, не поверите. Ага. В принципе, можно немножечко поизучать вопросы и посмотреть, сколько у них подписатый. Can literally do anything in your life as long as you have confidence in yourself. Пока вы будете уверены в себе. Ладно, вот, например, X-мира. Ну, я хочу тех посмотреть, ладно. Тут они прям себя позиционировали как ютуберы, поэтому... Spring Sims! Сейчас, блин, там 10 миллионов подписчиков. Spring Sims. 26 тысяч подписчиков. Это маленькая, но очень гордая Гуфарусь. 981 просмотр. Но это... Я никогда не буду других унижать по количеству подписчиков, потому что у меня их мало. Гуфеня, поздравь, Оянович! Надеюсь, правильно написал. Здорэ! А этот чмок тебе в порезанный палец. Ну, фу, ну ладно. А Яшевич, наверное, с днем рождения поздравляю, счастья, радости желаю. А мы продолжаем наше исследование. Так, хурма до утра. X-Urban Sims. X. Ну вот смотри, уже мы идем на повышение, уже 435 тысяч подписчиков. И D-Sims. Они все ютуберы, мне интересно просто. И тоже тысяча почти с гаком подписчиков, поэтому вполне себе неплохо. You are team. And Dr. Glue on. Так, команда Лома с двумя L. Мистер Джей Крейзи подписывается 2 месяца подряд. Ой, мистер Джей, вы такой крейзи. А Икс Мира. У всех Иксы и Симсы. Так, ну болеем за Феску. Икс Мира, Сим-Сити и Драгон Лоли. Вы команда Лома. Я доктор Дулиттл. Приходите на Твич и загуглите меня. Меня зовут Мира. Я из Нью-Йорка. Как можно жить в Нью-Йорке и зарабатывать на проживание в нем с помощью Ютуба? Я не очень понимаю. Я не могла найти контент-креаторов, которые выглядели как я. Поэтому я... Сложно и потенциально забанено. А, окей. Я разработала модификацию, которая добавила более 30 дополнительных оттенков кожи. Узнавайте своих тиммейтов, потому что один из вас будет с позором изгнан. Последняя команда выиграет главный приз, дорогие друзья. 100 тысяч кэша, не настоящих денег! Ой, мой бог, 100 тысяч я на Твиче каждый день, когда наклонюсь, столько беру. Будем играть в Sims, и кто-то нам заплатит 100 кэсов. Да, я, запишите меня. Игроки, Нин, первое ваше задание. Как вы можете видеть, на каждой стороне... Короче, есть такое же примерно шоу про Лего, я его никак не посмотрю. Но хочу, оно прикольное. Его в этом году запустили в Америке, оно, по-моему, из Британии пришло. А может быть, еще откуда-то. Lego Master Builders. Оно прям крутое. Или не Master Builders. А как тогда? ТВ-шоу. Брикмен. Просто Лего Мастерс.
Ну, короче, сейчас модно стало. Геймеры и гики в тренд вошли. Слушай, возможно, из Австралии даже пришло. Если вы гики, то посмотрите, крутая тема. Блин, реклама. А что мы будем делать без детей? Да я уже не помню, что мы делаем без детей. Да нормально месяц без детей. Да у нас и нет детей, в принципе. Зачем нам единый счет на детей? Пусть дети платят счет детей за себя и за нас. Оформи, блин, семейный счет на детей, и пусть они за нас платят. Ну смотри, там вообще крутотуха. Надо посмотреть, американская, не знаю насчет этого. GoFather подписывается год подряд. Дорогие друзья, уже год. Мы с отцом уже год. Спасибо большое. Так. Вещи для вдохновения. Отстойная камера для ваших тупых фоток. Заклеенным логотипом. Вы, каждая раса, нет, как вы все побежите к столу, схватите один из предметов. Кошачий корм, бюджетный детский смартфон, кукольная кровать. Значит, у вас будет три предмета. Логично, у вас же по трое. Считать умеем, да, нормально, все, собрались. Блин, игроки в Sims. Ваш объект должен служить вдохновением для ваших созданий. Ну, там была Сакура, нужно по-любому ее брать. И делать, блин, цитадель из Наруто с вырезанными головами прям в горах. Я надеюсь, можно в этом это делать в... Это можно, я надеюсь. Шахматы вон тоже бери. Из мякиша хлебного в Sims сделаешь. Какой? За какую вещью я пойду? Да я готова и к неожиданному. Я люблю немного в темную уходить. Поэтому я возьму куклы Диди Мегадуду. Вуду куклы будут вести мою историю в этом направлении. Чё? Вас будут судить за разработку ваших персонажей, за стиль, за технику, за рифмы, двойные рифмы приведутся, за строительство и за историю, ну, собственно, понятно. И команда победитель. Чё? Задоджат окей, получит преимущество просто. Хорошо, даже не иммунитет, похоже. То есть не по правилам мастер-шефа. Ну ладно. Преимущество на элиминации. Это просто какой-то... Это какой-то маленький бонус, возможно. Дополнительную феску. У человека будет две фески. На счет три бегите и хватайте. Ну, не настолько серьезно бегите. У нас тут все-таки соревнования по Sims 4. А не, блин, летняя Олимпиада в Ванкувере. На кой хрен я каблуки одела? Это сексизм, извинись. В смысле, она передо мной. Как диктором, потому что мне пришлось это своим ртом прочитать. Надо было... Ну, вообще, конечно, на соревнования надеть каблуки, это несерьезно. Надо было надевать кроссовочки. Intense music. Три. Ой, девочки, бежим, хватай. Корм хватай, кошачий! Хватай корм! Чё ты там шпагу какую-то схватил? Руби их! В смысле, не надо, это дружеская зрена. Книги! Ну, книги тоже нормально. Ой, блин, люди умеют бегать. Меня просто впечатали в этот стол. Никакого уважения. Когда я хваталась... Ой, ну просто, блин, барбериан. Фу, у меня собачья еда, я лучше возьму шампуньку. Лошадиная сила! Не хочу собак. Я ничего не взял! Как команда, мы хотим. Я посмотрела, блин, на Спрингстила, Джонни Спрингстин, и сказала... Я увидела его штуку. Это, блин, фотик! Я такая, стопэ. Мы не соглашались на камеру. Чё мы, блин, в Sims 4 будем делать на камеру? Скриншоты! Всем нормалды? А то это прям совсем кринжатура. Я вам сказал, что... В смысле? Это нормально. Я вам сказал, что найду, как градус повысить. Всем нормалды! Так что продвигайтесь на свои рабочие места. Создавайте своего персонажа, свое окружение. И имплементируйте сюжетную линию. Удачи! За работу! Чё ты схватила? А это удочка, ладно, нормально. Каждый из нас... должен придумать историю из этих вещей. Не буду врать, я сначала заволновалась, схватив гитару, а потом вспомнила, что у меня есть пальцы, так что все было хорошо. В отличие от Элли, дорогие друзья.
У нас есть удочка, у нас есть пузырьки, команда удочка, пузырьки и гитара. Значит, короче, у нас есть рыбак, который хочет впечатлить свою дочь. Его дочь хочет пойти на концерт, но у него, блин, слишком мало денег, он рыбак. Поэтому папа рыбак сделает концерт для своей дочери. Вместо Билли Айлиш папа рыбак сыграет на удочке. Ну, в принципе, это примерно равные вещи. Доктор Глютен сказал, вот, короче, моя идея. И все на этом. А я такая... воу-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 воу. Чекни свои фрески, мы тут втроем сидим не по-детски. Ты вообще подумал, когда сказал, блин, рыбак-удочник показал свою уду? Сегодня Дмитриева за это осудили примерно. У нас две куколки, и мы три такие куколки, что дало мне идею. У нас будет история про старую леди, которая удочерила двух детей, используя вуду-куколок. И дети делают разные грязные... Ну, видимо, домашние дела. Ридинг. Чё за ридинг такой? Кто такой ваш ридинг? Избавление? А, ну все понятно. Ничего не понятно. Нормальный такой хентайный фанфик получился. Я почитал. Да какие чтения, блин. После просмотра твоего стрима по ЕГЭ набрала 100 баллов по русскому языку. Спасибо большое. Чмок-чмок-чмок. Ну это радует. Блин, как можно 100 баллов набрать вообще? Я вот не понимаю. Ну чтобы ни одной ошибки. Чтобы настолько... чтобы настолько разбираться в предмете. Мне это было всегда... Должна же быть imperfection какой-то. В человеке должен быть. Наш персонаж будет, блин, танцующая на сцене мама. И у нее ребенок пиджент, что, из арахиса. И у нее ребенок из арахиса. Они живут в трейлерные отбросы. 12 сезон Shameless. Мама заботится о пакете арахиса, который думает, что это ее ребенок. Мы, значит, делаем танцовщицу. Пул дэнсера, так сказать. Она провалилась как танцовщица, поэтому она делает из своих детей арахис. И живет в очень плохом буржуазском трейлерном доме. Это великолепно. Абсолютно безвкусно. Наша история будет про маленькую девочку, которая хочет быть знаменитой певицей. Но ее родители очень строгие и хотят, чтобы она стала адвокатессой. Так вот, короче, я это сделаю от 15 до 20 минут. Я сделаю этого персонажа. Что мне открывать, Sims 4 или спор? Я сделаю всех персонажей в спор, мы получим дополнительные очки за креативность. Я в порядке, девочка. Мне нужно пару минут, чтобы разобраться, где у них тут ярлычки Sims. Да вон они на рабочем столе. Истории выбраны. Каждая команда, каждый стилист каждой команды должен разработать персонажей для их истории. Выбирая из бесконечного перечисления возможностей. Она ж тинейджер, да? Ну такой, да, выглядит по-тинейджерски. Какая жижа, спасибо, батя, у меня как раз осталось очень много желания жить после Крымской лиги. Да, обращайтесь. О, бой, о, гад. Ой, мальчик, ой, бой. Ой, какая миленькая! Ой, как... Ах, да. Судьи, они всегда смотрят. Так много деталей, в которые ты можешь углубиться. Это все можно делать в реальном времени. Но это все зависит еще и от истории, в которой они двигаются.
Возможно, они подглядывают у других команд. Мы сделали им всем общий аккаунт в Sims, чтобы поржать. Wait, are there pink sunglasses? Это что, розовые очки? О, боже, да! Просто да, девочки. Пока часики тикают, время для строителей начинать строить. Я каменщик, работал 3 дня в Sims. Я не отдам вам 100 тысяч баксов! Вот он! Стреляй по ворюге! Стреляй по вору! DLC его херач, DLC! Ага, все детали от травки до домика. Срочно нужна озвучка это сложно. Я очень удивился, когда в Netflix копался и смотрел, что с русскими субтитрами есть там 10 сезонов Drag Race, по-моему, с субтитрами российскими. Спасибо за такую заботу. Так. Люди могут тратить дни на строительство, а у нас всего минуты. И сюжетник все это за 90 минут. Сюжетник сделает сюжеты. Это ужасно. Это ужасно, но будет ли это работать? Мы лимитированы по времени, поэтому вместо полных билтов мы делаем комнаты. Строим комнаты. Ты чё, ну, Sims так и ой, нет. Я так понимаю, им нужно еще снять из этого всего видос и как бы показать уже смонтированный видос, потому что в Sims же там есть какие-то управления камерой, что-то такое. Из первой части еще. Поэтому... Нет, ну, слушай, добровольная стратегия. Делать неполноценный дом, а отдельные комнаты, ну это просто какие-то загоны. Копируем, вставляем и погнали. Так, кафешка. Блин, ты напрягаешь Дюдика. Не напрягай нашего Дюдика. Он и так, ты ему написала 15 локаций за 10 минут. Говорят, в бассейне. Никто не умрет, можно вырубать стрим. А с какой-то части, да, нельзя теперь убирать. Просто лестницу в бассейне нельзя убрать, и они не умирают теперь, поэтому. Я стрессую. Время работает против меня. У нас они сидят мне в два уха, говорят, бинауральное аудио получается. Одновременно. Спрингстен, он кликнул, блин, на неправильные вещи. Ставит туда, куда не надо ставить вещи. Ты стилист, ты завивку сделала, дай дизайнер покрасит стены. D-Sims вообще ничего не может сделать, потому что, блин, строитель косячит. Это нас в конце укусит за пяточки. Ребята, вам нравится история? Нравится, нравится. Ты, блин, нас заугнетал уже до смерти. В смысле, нравится. Че? Это зрители? Одобряем. Нервничаешь? Да, да, все нервничаем. Он занервничал, потому что концепт, который мы придумали, был очень хорош. А он не поспевал за нами вообще, за полетом нашей фантазии. И на чем мы соглашались снять? Боже, очки, что происходит? Команда, очки. Двигай столы! У меня 10, у тебя 5, время. Можем вырубить музыку? Время, легко. Ура, успели! Да, мы сделали это. Руки с клавы, а то стреляю. Никакого больше строительства. Я, блин, бипаю бриками в данный момент. Я даже не знал, что я буду делать. Я буду такая нервная, буду стоять в уголке, как странный гоблин. Че, все, конкурс, ничего себе. Ну, как-то процесс показать побольше. Ну, ладно. Мы будем уже их законченный продукт смотреть. Или я просто на месте сальтуху крутану назад. Ну-ка, смотри, она отошла, сейчас крутанет. Не задень конкурсантку. Так, компиляторки. А теперь время презентовать свои... Фу, какая подставка у меня лучше. Команда компилянты первые. С помощью 3 предметов вдохновения. Винтажный бумбокс, дурацкое зеркало на ножке. Почему вы не можете использовать нормальное зеркало? И
Чё, игрушечный телефон и игрушечная кровать? Радио! Радио! Ну, это же винтажный кассетник 80-х. Зеркало! И кровать. Какой сюжет можно придумать из бумбокса, зеркала и кровати? Какой они придумали? Чё? Ну вот кровать. Какой сюжет в кровати? Когда она засыпает, она перемещается в зеркальный мир, где танцует хип-хоп под бумбокс. Ну, сюжет уровня Симпсон. Team Cow Plants, команда коровное растение. И их трэш-история, которая фокусируется на самозагорелой маме, Карен Кристи. Кто твой любимый участник команды Волжане? Только не говори, что все хороши, хотя это правда. Блин, ну тот маленький. Самозагорелый. Карен Кристи, бывшая беременная королева, которая теперь живет со своей бунтующей дочерью Кейлин. А насчет строительства, доктор Эшли прописал им обычный трейлерный парк, подходящий для бывшей королевы. Это, короче, пародия на, как это называется, которая была Бубу и Дуду, их и в Саус Парке, по-моему, да? Ну, в Америке есть одержимость конкурсами красоты, в том числе и для маленьких детей, поэтому... Хани Бубу, да, Хани Бубу. Передай привет Александру Галактионову из Тулы, пусть видосы пилит, а не шляпу всякую стримит. Хорошо, обязательно передам ему привет, но от Владивостока до Тулы, к сожалению, сообщение с помощью глубины почты идет несколько недель. Стефо, давай-ка все это вместе сделаем. Ой, я стрессую, да все нормально. Все будет хорошо, здесь нет проигравших, ну, только кроме вас. Она любит смотреть себя в зеркало. Смотри, они... люди изобрели игру Movies в 2020 году. А она, блин, полностью не робототорговна. Не занята. Так. Ой, простите, не знаю, что сказать. О-о-о-о, понеслось! Жара началась. Первая поплыла. Стефа Сима... замирает, и я понимаю, что она реально нервничает. Ну, конечно, первый. Really и свалить даже вину не на кого. Всего один конкурсант и 11 конкурсанток. Простите! Да, все нормально. Передергивает затвор. Все хорошо, Стив. Чат, позитивную энергию за Стив. Господи, да нужно... Я просто так хотела обнять ее. И сказать, что у нее все хорошо получается. Такой ужасный момент. Стефани, соберись. Ты не для этого из семьи в 14 лет сбежала. Кейлин, она такая зелюка. Когда ее мама насильно кормит ее арахисом, она идет играть в футбол, потому что хочет играть, хочет стать профессиональным игроком в футбол. А ее мама хочет, чтобы она практиковалась с арахисом. Жонглирование арахисом, перемалывание арахиса в арахисовую пасту. Пора танцевать, Сипини. Да все хотят бэкфлип. В чем прикол бэкфлипов? Привет. Нет, еще не смотрел. Нужно как-то Netflix проплатить. Как тебе? Нет, еще не смотрел, поэтому как-нибудь в другой раз. Ну, я сейчас не оплачиваю Netflix как-нибудь, но нужно набрать небольшой бэклог и посмотреть. О, там было. Она до сих пор умеет это делать. И она до сих пор умеет жонглировать тусовочными палками. Это как огнями, только более безопасно и не травмирующе. Ой, там еще watch me go, watch me nanny. А дочка просто хочет, блин, почитать тригонометрию. Judges. Судьи. И все, это история. А это и все история. Дочка хочет, а мама... Не, ну а за 90 минут с другой стороны. История. Хотелось бы, чтобы ты так не нервничала. Я понимаю, очень много давления. Я думаю, ты реально сделала...
Я такого не видела в Симсе, только в реальной жизни, чтобы мамы своих детей приучали к тому, чему дети. Мы хотим в Симсе видеть более позитивные сюжеты. Офигенный билд! Костюмы просто великолепные. Стефани, вдохни, а то за полчаса первый раз хотя бы. Мы начинаем за тебя волноваться. Нас закроют. Ты офигенная. Ну такая, ну сойдет. Сюжетное рассказчество было довольно-таки слабо. Девочка не хочет идти по мечтам своей матери. Что за неуважение? А где тогда в этом американская мечта? Хочет быть футболисткой? Стефани, ты видела вообще американский футбол? Мяч должен быть продолговатый и коричневый. Твой мяч был создан из белых и черных пятиугольников. И ты не углубилась в эту сюжетную линию. Спасибо, блин, коровьи лепехи, за вашу презентацию. Возвращайтесь к своему вертаку. А, ну, я оцениваю данное выступление на 2 из 10. Команда Лама! Так, их объекты пузырьки, удочка и, ну ты понял, да, дубина со струнами. Что смогут показать они? Они построили отличный домик, черт подери. Семья Басс. Мира задизайнила бедного рыбака. Маленькую дочу, которая любит музыку. И миссис Крампельбум. Чёртову домовладелицу их семьи, ведущую слабого звена практически. Ну посмотри, за 90 минут уютный рыбацкий домик. Он довольно-таки натуированный, поэтому я с помощью аксессуаров пыталась, и с помощью трещин я пыталась изобразить всю сюжетную линию. У нас есть рыбачок, и его дочь любит музыку и плавать в этой луже. И ее любимая дуба, группа «Пузырьковые мальчики», абсолютно заинтересованная жюри. Так. И она услышала, что они, еще не все билеты не куплены, еще для пары манекенов найдется место. Она услышала, что недалеко будет концерт. И она хочет увидеть этот концерт. Если бы она только могла пройти 2 метра от своего дома и посмотреть этот концерт. Давайте, папа, чтобы она... Давайте попросим ее попросить папу, чтобы он ее отпустил. Блин, прикинь, это же как неловко все должно выглядеть. Половозрелый мужчина начинает управлять персонажами. А если батя согласится? Там напряжение такое, просто стальные балки начинают плавиться в небоскребе. Перед судьями, перед уважаемыми людьми. Вы что такое показываете? Мой любимый игровой блогер смотрит опять какой-то гринж. Я за это плачу ползал. Ну, в принципе, да. Ладно. Папа, хочу на концерт. Я тебе поэтому здесь убедительные аргументы на полу краской нарисовала. О, мальчик, посмотри на это. Это же старая бабуля про... Шмандуля. Здравствуйте! Снова отстаете по плате от своего. Можете обладать и другими услугами грёбаная рыбацкая хижина. Да, да, да. Я скоро к вам присоединюсь. То мне нужно только продать Сибаса в дорогой ресторан. Он сам. Он прогнал музыкантов и сам захватил концерт. И миссис Крабапл тоже смотрела. Во-первых! Ну смотри, отличные декорации, отличные персонажи. Но само исполнение истории могло бы быть лучше. Я думаю, пузырьки... Пузырьки были плохо использованы. По сути, мы не видели пузырьки.
Я вообще полностью согласен. У нас есть в игре, блин, пузырьковая машина. А вы ее не использовали. Вам не стыдно? Упс. Спасибо, возвращайтесь. Окей, ладно, манулы, тогда всем пока.